вот мы в аэропорту Гонконга. Нас пустили в Китай. Все в порядке. Теперь мы ищем свой багаж. На какой-то из приемной станции он находится. My name is Alex. Alex. Awesome. Alex. Ruslan. Ruslan. It's very difficult. Yes. We're going to choose some way. Ну что, как твои эмоции, Дима? А, блин, я думал, ты опять подкаешь. А что ты уже тимный губ не начал ставить? Ну как? Это ради Ромоднева. Кого? Ну, ради Салфаков, лайка. Как тебе наш арт-директор? Симпатичный. Я понял. Самая симпатичная, кого я сегодня встречал. Ты просто к ней тепло отнесся, потому что блин, да. Она уже ждала. Она меня так узнала, я вообще обалдел. Я думал, мы все одинаковые тоже. Вот наш родненький. Доехал. За него нас просили заплатить 9000 гривен. Вот это стоит 4000 гривен. Вот, смотрите. Все в порядке. Фу. Домодедово, Гонконг, Киев. И это еще не конец. Все аэропорты справились со своей задачей на отлично. Идем делать рабочую визу. Так необычно, что человек с Азии нас встретил. Сейчас где-то с собой. Я стараюсь лавировать между чемоданами и людьми, чтобы не зацепить грифом кого-нибудь. Не поломать гриф. Упакована прекрасная гитара. Смотрите, какое симпатичное сооружение надо мной. Мы с Димой предположили, что это братья Райт, но так как там человек всего один, наша теория вряд ли подтверждается. Очень даже необычно. В современном аэропорту такое строение. Буквально мы вышли из аэропорта, так как сразу почувствовали суровую китайскую жару с повышенной влажностью. Мы словно в сауне, причем финской. Будем привыкать. Надо шорты одеть. А помещение хорошо, все прохладно. Мы уже все мокрые, а мы здесь и минуты не находимся. О, первый бомж под эстакадой. Видите, в Китае тоже водители водятся и переписываются за рулем. Все, все как у нас. Может, как в Киеве. Может, чем только гораздо больше. Если вы заказали себе посылку с Таобао, вероятнее всего, она где-нибудь находится сейчас здесь, в этих контейнерах. Похоже, в Гонконге очень много красных такси одинаковых. Или похоже в хостел, до конца не понимаю, когда мы еще приехали. Что они ненавидны, что еще раз так много получилось. Все же нужно было заниматься арбалетом. Я не знаю, тебе нужно просто выйти с этого, по этим коридорам заснять, а потом сразу просто пойти. Да, вы ощутите, вот это просто что, разница. Что у нас тут? Внутри нас, внутри нашего дома. И уровень этого хостела. А внутри дела, да, сейчас увидите. Позже мы зайдем. Китай, дед. Это не совсем Китай, это Гонконг. Это Гонконг, дед. Привет! Здравствуйте. Привет! Мы наконец-то добрались вновь во второй раз до нашего, не знаю, хостела, отеля, можно назвать как угодно. Вы примерно можете посмотреть, как выглядит эта комнатка супер маленького размера. Но функционально. Но функционально. С телевизорами, с водой, с тапочками, с зубными щетками, кондиционерами, закрывающимися. Все, что хочешь, все есть. Дверьми на карточками и все, в общем, круто в этом смысле. Кроме размера, естественно. Ну и расположение, собственно говоря. Это ведь центр Гонконга, на секундочку. Совсем маленькая комнатушка, но мы здесь ночуем всего лишь одну ночь. Завтра мы улетаем в Чэнду. Сегодня нам просто делают загранпаспорта, точнее, не загранпаспорта, а визы в них. Да, очень необычно тут занимаются визами. Нас посмешило слегка, надеемся, все будет в порядке, и завтра нам вернут паспорта, потому что если не вернут, скоро мы вернемся к вам в Украину. Давай. Найс. Так оформляются лица в Китае.
прямо здесь, в станции метро. Без паспорта. Без документа. Зачем мне немного настораживает ситуация? Я думаю, пора прекращать в офисах сидеть, отсиживаться без агентства. Если уже не будет выходить на улицу и работать на работу. У меня за спиной Гонконг. Что-то строится. Бамбуковые леса. Очень прикольно смотрится. Огромное количество многоэтажек. Ресторан напротив нас. Можем заглядывать в тарелки. Гонконгцы. Да, сейчас пойдем сами шиковать. Гуливаемся по зданию. Where do you come from? Ukraine. Мы с Димой прогуливаемся по зданию, в котором находится наш хостел. Что-то наподобие подземных переходов, в которых можно купить все, что тебе нужно, а точнее, все, что тебе не нужно. Этого тут больше. Так себе выглядит, честно говоря, достаточно уныло. Меняем юани на гонконгские доллары. И вот одному, одному из нас дали такой необычный доллар. Даже не знаю, что это за материал, похож на какой-то пакет или что-то в этом роде. Очень необычный. Крепкая китайская конструкция. А кто это? Кто эта женщина? Кем она работает? Пока на где Макдональдс местный. Все взяли на блокчейн, чтобы поменять себе? Да. Не рисковый парень. Я один самый финальный теперь. На самом деле, просто мы поддерживаем общее помешательство. Я поддерживаю общее помешательство всего мира на миньонах. Почему всем они так нравятся? Спасибо. Какой-то тут есть необычный бутерброд, которого в Украине нет. И я его заказал. Что на картинке был красивее? Спускаемся в гонконгское метро. Почему не принял? Он принял. Надеюсь, упасть невозможно. Все, хорошо достигло. Самоубийц здесь меньше. В этом направлении. Нам наша подруга посоветовала попасть на 24 автобус, который отправляется из-под колеса обозрения на набережной. Мы переехали на станцию метро «Океан» и успешно заблудились. Сейчас мы поднялись на возвышенность. Увидели это колесо обозрения и на всех парах бежим к нему, потому что 6 часов отправляется, у меня больше его не будет. Но, собственно говоря, запланировано, чтобы нарушать собственные планы. Как я раньше читал, это оказалось правда. В Китае постоянная стройка. Для нас это еще в Гонконг. Куда ни глянь, везде работают строители и что-то делают. Везде висят извинительные бумаги, в которых они просят прощения за неудобства подчиненные. И работы какие-то. Очень ухоженная, красивая набережная. Цветы красивые, посажены. Видно, что за ними следят. Гидранты повсюду на случай пожара. Ни одной соринки, ни одной пылиночки. И по всей набережной развешаны спасательные круги. Кальяна на набережной нет. Ура! Мы нашли колесо обозрения. Колесо обозрения по сравнению с этими башнями, конечно, мучительным совсем не кажется. Мы нашли поезд. Мы нашли автобус туристический. Купили билеты. Покажи, какие тут интересные знаки «Уступить дорогу», «Give way».
Крутые деньги такие, да, нашел. Мы идем на метро, когда большие на паром. Собственно говоря, тоже нас устраивает. Сейчас будем переплывать на другой берег Гонконга. Мы сели с ребятами рядом с железами. Если бы мы начали тонуть, мы топлично и смело раскидывали билет. Он по 50. Раскидывали. Я все заберу. Там на метро, обратно на пароме. По-моему, мы выполнили план. Привет. Привет. Мы решили подвести итоги сегодняшнего дня. Несмотря на то, что сейчас 9 часов вечера за окном, по гонконгскому времени, мы мертвые, вон, из сил, лежим в своих кроватях. Съездили на экскурсию. Что мы там еще? Тихон проспал всю экскурсию. Да. Потащил и сам спать. Походили, погуляли. Ездили на метро. Ну, это, собственно говоря, все и так видели, если можно рассказывать. А, давайте расскажем, как нам Гонконг. Как нам Гонконг? Нормально. Душно. Душно. Я не перестану это повторять. Да, и вечером не становится ни на каплю легче. И проще только... Все, 2 часа ночи. Я проснулся. Вспомнил, что я в Гонконге через секунду. И решил пойти прогуляться снова в центр. Не знаю, когда в следующий раз я попаду в этот город.